Всем привет, дорогие зрители, канал Папа Юсов, я с вами, дорогие зрители. Сегодня мы где? Мы в Дубае, друзья. Дубай, отдыхаем, короче. Наш Андрей день рождения был. Вот поменялись, которые что, в других странах, да, ехать. Дубаи, друзья, имя такое богатое. Дубаи. Которые сколько богатых живут здесь, сколько так строено, сколько так делано. По-настоящему Дубай что такое, вы знаете, вы меня знаете, которые я хорошо ориентирую, хорошо смотрю, которые вокруг что есть. Ой, отлично узнаю, которые что в туризме, приглашение, что значит, что дают. По-настоящему выглядит огромная гора Дубая. По-настоящему 0000. И здесь, короче, гулять, так, отпуск купить, да, отпуск уходить. Два супер богатых места здесь. Если денег есть, все есть. Если денег нет, ты умираешь. Как в Турции, что все включено, отель покупил. Самолет внутри включено, отель, еду, все три раз включено, там все внутри. Человек что, даже без денег приезжает, отель можно жить со Турция, который. Если на улицу кому-то спрашиваешь, у меня отвези, пожалуйста, туда отель, у меня денег нет, тебя отвезет. Тебя что, если спрашиваешь еду, да, одно ресторан, любой ресторан, иди. Говори, я голодный, денег нет. Тебя кормлет Турция, бесплатно даже. Даже тебя отель привезет, бесплатному. И здесь такой шанса нету. И здесь такой шанс нет. И здесь метро-систем есть, метро. Мы 5 человек. Короче, аэропорта мы приехали сюда отель. 52 дирхам мы платили. 52 лам метро, 5 человек. 52 у нас турецких лирам, если поменяешь, 350, ближе 400 лира, друзья. Метро. Дорого, реально дорого. Такси спросил туда аэропорта, 200 дирхам бросил, потом 150 упал, короче, $60 начал, потом $50 упал. Аэропорт всегда дорого, да, это согласен, не спорю, но таксист, который сам себя араба не найдешь здесь, на улице араб не найдешь. На улице найдешь араб, который из Египта, Фасы, Алжириан, Джазайр, Тунус. Вот таком арабу есть на улицу. По-настоящему арабу так не найдешь на улицу. Настоящий арабу, который таксистом, не найдешь. Таксист кто? Из Филиппин, Пакистан, Хиндистан. Вот таком народ. Таком народ. Но по-английски говорят. По-английски говорят, потому что что? У них первый язык по-английски, а второй язык свой язык. Потому что у них там режим вот так, английский режим вот так. Что будет делать? Отель, который работает, больше народу, короче, из Филиппины. Мы Hilton Garden отель. Сейчас Hilton Garden. Больше из Филиппины. 1000 дирхем у них зарплата. 1000 дирхем где-то $330. 1000 дирхем. И здесь работа реально тяжело. На улицу, друзья, горит. На улицу горит вообще. Горит. Огонь на улицу. Внутри отель плюс 16, холодно. Очень холодно. Серединка нету нигде. В комнате идешь, кондиционер переключаешь. 25 переключаешь. Там плюс 16 делают. Там тоже проблема есть. Позовешь человека, показываешь, что здесь холодно очень. Давайте что-нибудь делайте. 25-27 градусов. Говорят, вот 25 работают. Я показываю термометр. Вот, уважаемый, 16 здесь холодно. А сейчас народ будет говорить, Юсов, ты что, всегда жалуешься. Нет, реально, друзья, смотрите, лицо, смотрите. Смотрите. Вчера, короче, мы прилетели сюда, вчера. Ночи, целую ночь самолет был, целую ночь.
7 утра мы приехали сюда, отели, 7.30. Отели приехали. Отель нам комнаты не давал. Говорят, у нас свободной комнаты нет. 3 часа будет комната. 3 часа. Я говорю, плачу, давайте, дайте. Говорят, нету. Елена мне говорила, давай ты что, чемодан оставляем сюда, переодеваемся, пойдем в море. Море пойдем, я так думаю, как в Турции. Каждые полчаса, 15 минут есть, который маршрутка перевезет, отвезет в море. Я думаю, море очень близко сюда. 9.45, друзья, нам отвезли туда море, 9.45. Перевели. Короче, 3.30 обратно приехал забирать. Вы знаете, доехать, короче, слава богу, один русский семья я видел сюда. У них там рука есть зонтик. Зонтик есть. И спросил, откуда вы брали. Говорят, там отель дают. Андрей, беги, спроси. Слава богу, зонтик забрали с тобой. Слава богу. Если не забрал бы, это совсем другой атмосфер. Умер бы вчера. Серьезно тебе говорю? Серьезно. И здесь только что море отлично, без вопросов. Море теплое, там песок. Супер класс. Слова нет. Но отвлекаться туда нету. Одну бутылку воды, которая дорого, реально дорого, бесплатно, там туда вода есть. Бесплатно. Ты это не знаешь. Где эта бесплатная вода, не знаешь. Как раз случайно ходишь вот так, как видел, туда написано, который. Бесплатная вода. До этого, короче, 2 бутылку вода, 65 дирхем платил. 65 дирхем. 65 дирхем, дорого, друзья. 100 дирхем, друзья, ближе к $30. 100 дирхем. $30. И нам забрали где-то $12-13 за 2 бутылку вода. Реально дорого. Дорого. Еще так. Целую ночь мы был самолет. Спать хочется. Такой жара. Там вода очень-очень солоная. Очень солоная. Реально очень солоная. Я сохранил дети, которые, что был одежда. Аня, Иса, я девал, Андрей, который сам себя сохранил. Зонтик, под зонтик, короче, мы как это... Серьезно, сидели под зонтик. Делать ничего, потому что вот отель, да, отель. Не сможет там, туда где-то море, открыть свой бар туда, блин. Не сможет открыть. Согласен платить? Да, согласен. Туда окошко, маленькое окошко, продают воды, напитки, мороженое. Очень дорого. Если турист, очень дорого. Не стоит. Не стоит. И здесь, короче, средненько семья отдыхать не стоит, друзья. Да, надо видеть. Видеть, когда зима. Зима надо переехать 1-2 дня, короче. 1-2 дня. Ближе к центру надо отель, пансион что-то найти. 1-2 дня гулять. А что гулять? Мы вчера ездили туда. Марина ездили вчера, еще там ездили, которые строятся на остров, которые там что-то, Малов Эмираев, что был, Малов, который у них торговый центр, самый дорогой торговый центр, который мы где, Марина там туда гуляли, потерялась, потом еще раз ходили туда-сюда, Uber такси пригласили, Uber, нам перевезли, короче, торговый центр. Нам оставляют торговый центр. Третий этаж, который самые дорогие тренды, марка, модели, что есть, там бросают. Потому что они тебя видят и здесь богатые. Потому что они работают, зарабатывают за 1000 дирхем. 1000 дирхем 350 долларов. Даже не получается. Они тебя читают здесь, ты очень богатый человек. Вот это слово наше туристское придется здесь. Что турист валют. Турист плюс турист равно валют. Турист перевезли валют.
валюту надо потратить, да? Телефон, друзья, вот. Очень много человек мне так в Турции писал телефон. Юсуф, неси мне телефон, $1200 туда. Если 6000 даем, регистрируем, пол цена получается турецких ценам. Вчера ходил, посмотрел. Да, дешевле здесь, потому что налогу чуть-чуть поменьше получается, но одно и то же вещь. За 5-6 тысяч лирам это риск не надо. Риск, большой риск. 1 терабайт, который iPhone последний 14 Pro Max туда-сюда, практически одно и то же цена, как в Турции. Разница есть, которая 2-3 тысячи лира. Лучше купи тогда в Турции. Зачем тогда у тебя регистрация надо, проблемы туда-сюда, зачем? Лучше купи в Турции. Электроник, который, да, чуть-чуть выгодно, чем в Турции, чуть-чуть. Небольшой, но лучше купить, конечно, в Турции интернет, либо в Турции, который магазин. Это лучший вариант в Ламине, я не знаю. И здесь, короче, электроник купить не надо, не надо. В супермаркетах, друзья, цена может быть вам придется такой дешевле, да? Короче, что ты идешь редко, который... Овощи, фрукты есть туда, редко, которые найдешь в мире. Такой вкусно, такой фрукт есть. Может там сверху написано 8 дирхам, 10 дирхам, 12 дирхам. Туда идешь, там кефир ищешь, да? Радушком найдешь там что-то, как кефир, но у них кефир типа. Что-то найдешь. Это берешь. На кассе придешь, касса. Как раз смотришь. Уже 120-130 дирхамов купил. Потому что семья всех попить хочет, всех покушать хочет. А те, которые ужин, ужас. Ничего ужин нету. Ужас. Завтрак, да, нормально. Ужин, говно полностью. Ничего хорошего. И здесь один шеф-повар работает из Турции. Мы поговорились. Он мне говорит... И здесь пока нормальное время. Нормальное время. Турист еще нормальный. Там все. Еще там совсем бедный турист не переехал. Бедный турист, который кто, самое средненько летом, август, июль и август приезжает, говорят. Такой супер бедный турист. Супер бедный турист, такой жара, что будет делать на улицу. Вот. У них там ужин, один курица, один красным мясом, который фаршем что-то, и одно овощную еду. Все. Гриль нет, ничего нет. Но ужин ужас. Нет ужина здесь. Просто, друзья, советую или нет? Советую. Лазима советую. Надо увидеть здесь. Увидеть надо, но... которые ваши сон, который что стоит, это не найдешь здесь однозначно. Которые говорили, метро женщина отдельная, мужчина отдельная, все обман. Нет такой. Метро, короче, нету, это так, араб нету. Все из Пакистан, Индистан, Филиппин, туда-сюда. Все друг друга внутри. Какая разница? Напугали, напугали. Если там на улицу сигарет куришь, там выбрасываешь $150 штраф. Полный обман. Полный обман. Но чистая, хорошая страна. Я ничего не говорю. Ла богатьях, ла супербогатьях. Отличное место. Что говорит? Ла супербогатьях народ. Если вам не жалко, которые такси сидит, если как мы 5 человек, метро не надо идти. Одинаково получается. Такси сиди, Uber сиди. Сим-карт купите, друзья. Не жалейте, которые это деньги. Если жалеешь это деньги, которые для сим-карты, 15 раз, 20 раз больше будешь платить. Сим-карты нам давал туда, где паспорт контроль полиции. Наш Иса ушел туда, говорил, саламу алейкум. Он говорил, алейкум салам, алейкум салам. Вот,
один там что-то, он нам подарил 2 штук сим-карт по 1 гигабайт интернета. Вот хватало это. Хватало. Uber мы делали. Если сравнивать Египет и здесь, у нас есть турецкие слова, короче, тенджере дибинкара, беремки сенденкара. Короче, как это переводить, не знаю, но с азербайджаном, там по-турецки, кто умеет, поняли меня? Не стоит, вроде, кроме Турции, честно говорю, честно. Да, Турция сейчас в данный момент очень дорого, говорят, очень дорого. Друзья, серьезно отдыхаешь. Да, я понимаю, дорого. Мы тоже, которые хотели экономить делать, дешевле купили, там все уже на улице, там все потратил, туда-сюда, 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 туда-сюда. Одинаковые. Одинаковые. Абсолютно одинаковые пришел. Лучше было в Турции 5-звездочный отель отдыхать реально 3-4 дня. Надо было это. Но у нас совсем другой. Но люди уезжают. Люди уезжают, кто-то приехал сюда там за неделю, они обратно, короче, у них там что, блокировали. Блокировали, а остальные день. Короче, 2 дня. Говорят, выше крыша. Выше крыша. Все, 2 дня на свидание. Внутри пустая. Да, есть такой. Смотришь вот так. Внутри пустая, у тебя перечем туда. Перечем, ты идешь просто там бедным глазам смотришь. Эй. Перечем тебя. Перечем. Какая тебе разница? Если 200 этаж, если 500 этаж. Какая тебе разница? Что увидеть? Внутри полная пустая. Ситуация такой, дорогие зрители. Сейчас немножко отели так лобби снимаю. Посмотрите. Там лобби, друзья. Лобби, ресепшн. Рецепцион против, короче, сидит маленькое место. И здесь, короче, я сижу, бар. Нет, бармен. Там ресторан. Из Филиппины девочки работают. Вот это ресторан. Это бар. И дальше... Сидеть нигде. Нигде сидеть. Вот. Если здесь по-английски не знаешь, это вообще совсем другая проблема. Сейчас смотрите, внутри холодно, да? Телефоном сейчас не свистно, на улицу как раз ходишь, друзья. Ай-яй-яй-яй. Серьезно вообще, горит. Вот. Вот таксисты, братана. Интересно, у них там все, машины Toyota. Всех машин Toyota таксисты. Mitsubishi, Toyota, Mercedes, BMW. И здесь такой, один плохой машин не видел, честно говоря. Один не видел. Между прочим, я посмотрел туда вчера. Ford так видел. Полная новая машина. Toyota, полная новая машина. Нас в Турции не продают, нету. Вот. Вода очень холодная, когда вот 35 градусов, вода очень холодная. Кажется, да? Ага. Вода горячая, холодная? Залазить одно удовольствие. Окружен со всех сторон у нас окнами. Наши окна комнаты выходят тоже сюда на бассейн. И очень жарко. Кто не успел на море на автобус, плескается в бассейне. Мы на море уже вчера были. Все вот горели. Бассейн очень мелкий. Конечно же, не поплаваешь. Просто для детей. Есть еще одна маленькая лужица. Вот там. Друзья, народ пишет. Сегодняшний под видео у меня
Вам не бы выпустили аэропорта, обратно покрутили, переехали. В Дубае, мы в Дубае. А то очень смешной был комментарий на нашей прямой трансляции. Вы пришли просто снять в аэропорту, чтобы придумали инфоповод. Никуда вы не летите. Наверное, народу, говорят, тема нет. Мы специально ближе к вечерам ждем на улицу ходить. Очень жарко, друзья, просто горит. Оба, ветер. И еще можно назвать город Дубай, это каменные джунгли. И это говорят, что в Анталии зелени мало. Вы не видели вот это зелени вообще? Вот. Кустики. Если посадил кто-то себе. И еще мы ходим, носим бутылку воды с собой. Обязательно. Друзья, Дубай интересный номер машину. Каждый плак номер написано Дубае. Каждым. Вот П Дубае наверху. Вот таком шикарной машину. Я сегодня милиции видел, который машину Феррари был, наверное. Милиции, представляете? И здесь пешеходная очень важно, очень-очень важно. Пешеходная, которая, когда видит, сразу останавливают они. Сразу. Такой Донателло, отель Дубаи. Мы едем метро, друзья. Бурдж-Халифа. Новый отель, огромный, смотрите. Друзья, здесь в Дубае метро, метро ходит. Аутлет магазин есть. Слышишь, как гудят кондиционеры, вообще работают на износ. И здесь местные специально халатом ездят. Ты видел? Да, 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 чтобы их отличали от беженцев. Специально халат у них белый. Но таком белым халатом метро не видишь, это люди. Только на машине. Простой магазин не видишь. В торговых центрах. Мы на автобусе не поедем, поедем на метро. А? Где мы его поймаем? Видишь, он из Дубая, мол, едет. Я думаю, еще недельку мы бы здесь освоились и с транспортом, и со всем. Мне кажется, мы бы уже сдались. Взяли бы машину. Ну, если бы я приехала на неделю, я бы уже брала в следующий раз машину в аренду. Смотри, на улице как жарко здесь. Сейчас как холодильник. Холодильник ходишь. Мне вот Зоя рассказывала, они когда с дочкой ездили в Дубай Молл, они даже кофты купили, замерзли. Они почти целый день там были в торговом центре, да. Конечно, на метро надо. Так, выбираем, куда мы едем. Вот тикеты. А пополнить нельзя вот эти карты, что мы в прошлый раз купили? Давай попробуем. Давай попробуем, у меня они остались. Давай попробуем. Можем ее пополнить? Да. Сколько еще поездок? Один. Получается, две туда-обратно, если. Ну, давай две. 17 надо заплатить. Вот, видишь? Туда-обратно 17. Да. На человека. Бурдж-Халифа. Бурдж-Халифа. Значит, это Б будет. Сейчас, подожди. Б. Сколько до Бурдж-Халифа? Дубай Молл. 8 стоит одна. Давай. Ну, за метро карт делали, купили сейчас. Поднимаю. Холодильник, серьезно говоря, очень жарко здесь. Но курить нельзя. Правда, что вместо автобанд Samsung рекламирует. Все делано не очень просто, друзья. Просто все металлом делано здесь. Все металл. Бетон редко. Смотрите.
смотрите, там женщина и ребенок. Они первое, короче, отделение. Вот, женщина там идет. Могут. Я могу сесть в любой вагон. Женщина может ехать в любом вагоне поезда, а мужчина в том вагоне не имеет права. Есть штраф. Вот, переехал. Нет, не наша. Бурдж Халиф, не забывай. Да. Аня, беги. Поехали. Друзья, мы в Бурдж Халифе переехал. Смотрите, здание. Такое, высота. Просто я, и здесь стекло есть грязное. Просто смотрите. Люди уходят, да? Гулять нигде. Сидеть нигде. Попить нигде. Серьезно, люди это не показывают. Люди показывают, это показывают. Вот так показывают. Голова крутится народа. Смотрите. Конечно, дети доволен это Бурдж-Халифа увидеть. Здесь с отелем поговорили с очень много народом, которые говорят, увидеть ничего. Элен, ты тоже согласен, который и здесь что увидеть, много чего есть, но надо ехать на транспорте, платить еще дополнительно деньги, чтобы добраться. Вот, 828 метров построили. Да. Смотри, сидит нигде, попить нигде. Минимум одно кафе делайте, да, туда? Да, там очень много будет, мы сейчас не доехали. Дай бог, еще. Дай бог. Хорошо, что сделали переход, не надо идти по улице. А, и здесь еще переход есть, да, сюда? Это вот это здание. Вот, это отлично. Метро выходишь сразу, третий торговый центр, направо, дом идет народ. Опа. Бурдж Халифа. Просто, друзья, огромные. И здесь метро, короче. Сейчас на улицу выходим. Снимаем. Еще лучше ведь. Вот Дубай, друзья. Там, короче, есть фонтан. Ночи светит, говорят ребята. Дальше. И здесь как аэропорта. Выходишь. Сок, кондиционер везде. Холодно. Серьезно. Это настоящее богатство, честно говоря. И в Дубае очень мало зелени, а здесь смотри, сколько посадили, поливают. Наши застройщики, короче, два бетон не сможет делать. Наши застройщики, они сколько делают, смотри. Друзья, торговый центр есть огромный аквариум. Там акула. Там что вы хотите, что есть. Смотрите. Рыба внутри полностью. Конечно, очень-очень красиво выглядит. Люди это смотрят. Люди смотрят. Красиво рыба. Я смотрю, как это вкусно. Ну, не знаю, здесь пираньи, акулы. Очень вкусно, очень-очень. Видишь, это акула, мадам? Это специальный соус надо приготовить. Сколько зуба его. Смотрите, зуба. Еще мелки есть.
это аквариум. Уход сколько стоит? Сейчас дойдем. Друзья, аквариум, короче, да, огромный просто. Разные рыба. Просто так очень много вкусняшки туда. Для меня вот так. Ну. Друзья, здесь полный народ. Очень много. Вот Бурж Халиф. Приедет, смотрит. Просто огромный, да. Как Андрей? Высоко. 828 метров. Сколько? 828. Вот, здесь тоже бассейн есть. Купаться нельзя, жалко. Сфотографироваться, ходим, думаем, чтобы вот все поместилось. Надо отойти, туда фотографировать. Успеешь тогда. Туристов тоже много. Это торговый центр, друзья. И здесь торговый центр. Смотри, у меня вся влазит. Да? Да. Хороший телефон есть человек.